Друзья, эти наборчики у меня отправляются в дорогу. Вот хочу вам показать. Видите, края у коробки намного выше, чем сами ячейки. И часто я, бывает, предлагаю своим заказчикам, которым нужно посылать наборы в другой город, вот так оформить. Некоторым, конечно, не нравится, говорят, хочу сразу красивое. Но чтобы вот наши конфетки в дороге не болтались. Потому что неизвестно, как там коробочки кидают, смотрят, не смотрят. Прошу всегда, чтобы они отмечали, где верх. Но я так думаю, не смотрят люди, которые носят коробочки. Вот. Поэтому делаю вот так. И прилагаю отдельно ленту. Ну, естественно, разговариваю с клиентами. Спрашиваю, устроит вас так или нет. Отдельно пошлю ленточку. Да, и отдельно открыточку. То есть им нужно будет открыть коробочку, вытащить вот эти все бумажки и завязать ленту самим. Все уберу в пакеты. Приложу открыточки. Разные достану. Конечно, бывает, переживают покупатели, что как же мы завяжем бантик красиво. Но, друзья, если вдруг конфетки перевернутся, все равно придется, скажем так, коробочку открывать и завязывать заново. Но ленточка уже будет мятая. Уже будет не так красиво. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Главное не забыть ничего положить. Все, и пакуем. Все, и таким образом придет к моим клиентам коробочка. Положила тоже сюда красивую бумагу, сделанную с любовью. Ну, не так все страшно, я думаю. Пришел мне заказ, друзья, опять на коробочке с двумя конфетками. Вот одни из конфеток они захотели, вот такие кругленькие конфетки. Ящик положила, отлила листики, тыквенные семечки и сублимированная клубника. А вторую конфетку они захотели цветочком. Молда 2, наборов 30. Ну, в общем, вчера поговорили с клиенткой, предложила еще один цветок. Тоже два молда у меня по граммам подходит, потому что другие конфеты, другие цветочки у меня есть, но они получаются дороже, дороже они не хотят. Вот, поэтому опять мелочевка у меня в заказе. Ну что делать? Всем нужно много и недорого. Они должны это предоставить. И 15 у меня шинелек из пластиковой формы, девочки. Выскочу. Вот.
15, тоже одна форма, поэтому буду что-то я думать над своим ассортиментом. Скажем так, лучше буду делать меньше предложений, но зато хотя бы, чтобы две, например, было формы, да, 15 штук заливать, скажем так, не с одной формы, хотя бы с двумя, потому что шоколад достаточно объемный. Видите, шоколада много, за полчаса не успевает у меня стабилизироваться. Приходится дольше ждать. Вот. И вот такие цветочки. Немножко надо, чтобы постояли после холодильника. Мало им дала времени постоять. Пусть еще постоят, попозже сделаю. Хочу переложить шоколад в пакетик и убрать в другое место. Потому что некуда мне уже эти конфетки складывать. У меня там уже, девочки, столько заказов сделано. Хотят же все к 8 марта. А сейчас солнце у нас. Все тает, и солнце. Не могу на окно ложить наборы. Потому что все растает. Так вот сейчас буду убирать. Вот такие цветочки вот еще делаем. Будет вот такой наборчик. Одна такая конфетка, одна такая. Ну, пожелание клиентов. Вот. Сейчас уберу шоколадку. Часто спрашиваете про пакеты под шоколад. Девочки, если у вас простая шоколадка, вот без дизайна, да, просто орехи, сублимированные ягоды, то, в принципе, вы можете примерно под размер. Да? Если же у вас на плитке фантазийный дизайн, то, конечно, вам нужно брать пакет больше, чем сама шоколадка. Ну вот у меня эта шоколадка 15 на 7,5. И вот очень хорошо подходит пакетик 18 на 10. 18 на 10 также у вас подойдет и под большую шоколадку. Но под большую шоколадку я бы лучше взяла на 20 сантиметров. Что тут попалось? Очень нравится плитка. А сейчас таких плиток уже не выпускают. Потому что, видимо, сделали много новинок. И почему-то решили, что больше такую никому не надо. У меня девчонки хотят. Очень красивая плитка. Ну, вот так вот загибается. И вот здесь еще место есть под фантазийный дизайн, если он будет у вас. Вот. Наверное, мужчинку этого тоже уберу. А это сюда складываем. Ну вот немножко постояли у меня цветочки. Обязательно держите после холодильника, после стабилизации на столе, дабы избежать поломки листиков. И аккуратненько, не торопитесь. Цветы спешки не любят. Вот. Пошло. Вот такой цветочек получился. Пока у меня стабилизируется шоколад, соберу трюфели. Несколько коробочек надо собрать. Поэтому продолжаем работать, не бездельничать. Одно стабилизируется, другое собирается. Кстати, друзья, кто хочет готовить сырные трюфели, у меня тоже есть курс. У меня есть курс по шоколаду с нуля. И есть, друзья, курс по трюфелям. И есть мастер-класс по начинкам. Все эти курсы и мастер-классы у меня проходят на канале Telegram. На курсах чат с поддержкой. На мастер-классе тоже чат с поддержкой. Поэтому, друзья, кто хочет чем-то занять себя, скажем так, кто чем-то уже занимается, но хочет расширить свой чек, повысить свой чек и разнообразить свою продукцию, пожалуйста, приходите. Приходите, у нас еще праздники все впереди, до лета, еще Пасха.
будем делать наборы на Пасху. И у нас еще с вами выпускной. Тоже надо постараться. Поэтому всех вас жду, друзья. Приходите. Ну, вот такая вкусненькая коробочка у нас с вами получилась. Вот такие маленькие коробочки. Мне очень нравится, эффектно смотрятся. На 5 конфеток.